Один из сегодняшних сюжетов был о застройке микрорайона «Западный». В микрорайоне будут благоустроены площадки для детей, автомобильные парковки, появится детский сад и школа. Не достает ли чего? Мы спросили у горожан, каким они видят идеальный микрорайон. Инфраструктура, дороги, развлекательные центры, оздоровительные комплексы, детские сады. Где все ухожено и люди добрые. И, может быть, скамейки, урны. Всякие приспособления для того, чтобы погулять с детьми, отдохнуть с семьей. То есть городки, небольшие скверы, парки, велосипедные дорожки. Все для детей, наверное. Детские участки, огороженные. Ну, всегда порядок. Побольше цветов, деревьев, фонтаны. Дороги хорошие. Должны быть огорожены дома, потому что машины вообще очень бешено ездят. Вы же видите, детям вообще играть негде. Я так думаю. И потом, наверное, должны быть какие-то места для зверей. Вот. Памятник какой-то, может быть, чему-то посвященный. Постриженные деревья, газоны, чтобы все было красиво. Ну и удобно, безопасно, самое главное, чтобы не было машин. Именно настоящих на зеленых газонах. Детские сады и площадки, современная архитектура. Именно это горожане хотели бы видеть в новых районах нашего города. А больше всего горожанам не хватает газонов и парковок.